Ежедневно в мире от наркотиков погибает 500 человек. Иногда спасает жизнь лишь один звонок. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» каждый житель республики может позвонить по телефону и сказать, где распространяют наркотики. Благодаря бдительности новочебоксарцев буквально вчера сотрудникам наркоконтроля удалось накрыть крупный наркопритон. Специфический запах и постоянные крики, которые доносились из соседней квартиры, насторожили жильцов новочебоксарской пятиэтажки. Поводом для звонка в службу доверия стали и подозрительные личности, которые ежедневно посещали квартиру. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в новочебоксарской квартире был организован наркопритон. Хозяином оказался владелец квартиры – 55-летний мужчина, который ранее уже был осужден по 228 статье. Его подельницей оказалась 38-летняя женщина. Она занималась рекламой наркотиков, помогала изготавливать наркотические вещества. Городской суд Новочебоксарска приговорил основного фигуранта уголовного дела к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на 2 года, а его помощницу к отбыванию наказания в течение 2 лет в колонии общего режима. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где распространяют наркотики, или хотите получить консультацию по лечению наркозависимости, записывайте номер службы доверия 230100.